В Украине продажи подержанных авто выросли вчетверо. Наибольшее количество украинских номеров в ноябре получили Volkswagen Renault. В Украине за 11 месяцев 2017 года, январь-ноябрь, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года продажи легковых автомобилей, бывших в эксплуатации, выросли в 3,8 раза, до 53 тысяч единиц. Об этом в четверг, 7 декабря, сообщили в Укравтопроме. В сравнении с результатом ноября прошлого года количество первичных регистраций автомобилей с пробегом выросло на 83%. Наибольшее количество украинских номеров в ноябре получили сразу две марки – Volkswagen и Renault, которые показали одинаковый результат 1058 по авто. Подержанные Volkswagen, продемонстрировав 56% рост к аналогичному показателю прошлого года, охватили 64% общего количества зарегистрированных в ноябре автомобилей этой марки. Рост первичных регистраций Renault составил 58% к ноябрю 2016 года и обеспечил долю 59% общего объема продаж марки. На третьей строке рейтинга закрепилась Skoda, 742 авто, почти вдвое превысив результат прошлогоднего ноября. Доля зарегистрированных подержанных автомобилей этой чешской марки в ноябре составила 55%. Opel стабильно удерживает четвертую позицию с результатом 474 по авто, плюс 37% к ноябрю 2016 года, что составляет 97% первичных регистраций марки за ноябрь. В пятерку лидеров ноября вошел Ford, превысив прошлогодний результат в 2,5 раза и заняв половину общего объема первичных регистраций бренда. Напомним, ранее сообщалось, что продажи новых легковых автомобилей в Украине в январе-ноябре 2017 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 26%. По материалам сайта newsgro.com.